Так, несколько скорых. Это вот один из входов в, на территорию митинга. Это антисептик, да? Слышишь, перенакиряешь? Маска кирикоп? Жок, маска вот. Маска бесплатно, ма? Да? Ага. Это турмалан шарфин. Здесь вот раздают маски бесплатно. Обрабатывают руки антисептиком. Рахмет. Вход вот пока вот так вот закрыт. Вот один из входов на территорию митинга. Стол с антисептиком. Солнце. Там дальше вон еще один стол с антисептиком. Площадь перекрыта, машины вот пока объезжают. Саламаса. Уже до адамдарды санаватыр ма, бреу? Бреу адамдарды санаватыр ма? Санамайды. А қалай біледі жаңағы 500 адам ба, 1000 адам ба? Оны білмедік. Антисептик жоқ мұнда, е? Қас келеді антисептик. Сіз акимат, е? Здесь на входе раздают маски и разъяснение, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Митинг начнется в 12 часов, будет проходить до 3 часов. Заявленное количество 500 человек, но организаторы говорят, что в Акимате разрешили до 1000 человек приходить. Поэтому, кто еще хочет прийти, вы еще можете успеть. Так, три скорой помощи. Раз, два, три. Там вон дальше еще одна. Четыре. Четыре скорой помощи. С той стороны площадь тоже закрыта. Периодически у меня почему-то пропадает интернет, поэтому... можете смотреть трансляцию, читать трансляцию также в моем телеграм-канале Abzhan News. В описании есть ссылка на канал. Багана интернет не работал, сейчас вот заработал, телефоны перезагрузил, но почему-то фотки не загружаются. Это Академия наук Казахстана. Здесь поставили два туалета, но руки мыть негде, поэтому кто хочет помыть руки, идут, как я, и обрабатывают руки антисептиком. О, вон он, Урали едет со своим флагом. Урали, хавайсин! Салам алейкум! Здесь, как мне сказал Диас, представитель управления внутренней политики, представители, все работники, точнее, трех управлений городского акимата Алматы, это примерно 30-40 человек, в каждом управлении по 15 человек. Из каждого районного отдела внутренней политики по 2 человека, как сказал сотрудник управления внутренней политики Бауыржан. То есть, получается, 8 районов, 16 человек с районов и 30-40 с акимата, получается... 40-50 человек, только акиматских. Дода машинка, говорят, ничего не заглушает, интернет не заглушает. Это громкоговоритель якобы. Организовали пресс-центр посольства Орталыга.
и устанавливают уже стенды. Так, здесь вы видите значит, эмблемы организаторов, фонд Liberty, Демократическая партия Казахстана, ОСДП, Тавельсиз Бахлаушвар, Гражданское движение ХАК, раз, два, три, пять организаторов. И лозунги «Реформа керек», «Репрессиям нет», «Реформам да». Какие вы вопросы поднимаете, агалар? А вот вопрос. Вот реформа это, реформа керек. Реформа керек, реформам да, репрессиям нет. Вот. Получается, против репрессий, за реформы. Какой реформы? Реформы разные бывают. Политическая. А что за политика? Там, а нам, вот там простым вон, людям, не надо да. решать политику. А там, вот посмотрите, там есть, короче, плакат, там 50 на 50. То есть должно быть 50 по партийным спискам, 50 по мажоритарным. Нам надо это, потребовать будущее детей, чтобы было. Вот, мы чтобы не боялись. Я, например, за своим сыновьям тоже боюсь, но заснимать? Уже более-менее освоилась. Я за внуков боюсь, что они в этой жизни не найдут себя. Ну да, есть такие страхи. Вот. А чтобы дети было, у детей было будущее, значит, мужчины должны работать, дать им всем работу. И такую, не как же бабскую, на 60-70 до 100 рублей. Мужчина должен получать для семьи 150 и выше, до 500. Вот тогда он не будет ни жена, ни он, ни дети просить у государства что-то. Только положено, по очереди все будут брать. 150, вот. Думаете, хватит? 150 тысяч? Реформу надо сделать. Страна богатая, все ископаемое, все. Хлеб нам первый у нас выходит. Поэтому надо стабильность заработать. Что благодаря то, что у нас все менделеевское есть, поэтому надо стабильность. В других странах пусть они покупают у нас, а не мы у них. Зачем нам вот это искусство? Ладно, мы не знали, не видели. На их несчастную жвачку мы бросались, готовы были плащи свои отдать. Только дай жвачку пожевать. Кому это вы, не это нужно. Про кого вы говорите? Это раньше, когда мы маленькие были, границы не общались. Жвачку привезут. Вот сын у меня, это брат у меня служил за границей Чехословакии. Оттуда жвачку привезут, мы готовы ему все дать. Только дай нам жвачку уже. А это резина, она кара. Смоловары, это 100 раз лучше, чем это. Вот у нас и зубы крепкие были, белые были, и никакого яда нету. Выплевывали все хорошенько, выплюнем, но пожуем, выплюнем. У вас и сейчас и крепкие зубы, я смотрю. А сейчас боятся там харамайхан, ну правильно, искусственный харамайхан. А это же нефть, а из нефти тоже продукты готовят же. А вы случайно пришли сюда, да? Или... Я случайно, я увидел на столбе объявление, думаю, да я пойду посмотрю, Аким разрешил. Думаю, пойду узнаю, что это за митинги. С 10 до 1, до 12, а до 11 нет, сказали. Нет, с 12. До 12 до 3, сказали. С 12 до 3. Да? А нет, это уже вы поменяли. Я до 3. Могу принести эту бумажку. Да. С 10 до 12 митинг разрешен Акиму. А вы что? Вот. А вы сейчас в 12 приедете, а Аким действительно вас всех будет гонять? Скажешь, время нет. кончилось. Нет, нет. 12 до 3. Вот, видите. Да, ну у меня объявление, я еще вырвала. И что-то забыла. Взять, ну, это, собрать. Наверное, сумки оно у меня валяется. Кто-то ошибся, наверное. Я пришла просто узнать. Блогер, журналист. А это реформа, не реформа. Реформы разные бывают. Вот эта реформа, вот эта стабильность нужна. На Назарбаева обиды нету, как бы он ни был. В конце концов, начало, как говорится, его начало отлично было. Мы благодаря его немножко свободу почувствовали. Все увидели, за границу стали бегать, учиться там начали. Ну, все хорошее было. Это же не заслуга Назарбаева. Но все же винят его сейчас. Он не виноват. Виноват он в последнее время. Алчность к деньгам пошла. Но, бля, небогатый представитель, я казах. Баемис президент, президент Буланмайда. Канагатсыз, тоимсыз. Йо, мәселе оған не надо нам казать. Это он сам должен отрабатывать. Кету керек қой. Эй. Заң алдында бәрі бірдей. Эй, ты не имеешь права ему указывать, что ему 80 лет, он должен уйти. Нет. Он сам сознательно должен это понимать. Народ, это а если народ. Он помогает народу, власть. Пусть до смерти он работает. Он менеджер наш. Ну, народ же источник власти. Мы его содерживаем. Вот как ты говоришь, так нельзя говорить. Надо говорить. Нельзя говорить. Потому что бы все равно... Смести. Эй, горстан чанда четпишил жирток. Не горток. Митинг не начался еще, пожалуйста. Че, четпишил тарда горстан влияния смен. Бля, горстан куп перда. Хоть на Сталина научили стоя сать, вот купить. И налево ходить. Все.
Содан басқа түгіне келмейді. Не берді? Ол айтуға болмайды. Көті ол. Білді. Вот емес. А қатында көттеріне ие бола алмайды. Сосын ашып-ашып алады, сосын жылайды еркектің мазасынан. Жаңа өзенде өз халқына оқ атқызды, қырып тастады. Ну это было, это не это мне всё это простительно. Не стесняйся. В смысле, простительно, что он людей стрелял? Нет, не простительно, но это можно промежутками. Это говорить ему, у него совесть должна сама разбудиться. Что, что мы говорим? Ну это просто по словам можно говорить, упрекнуть, чтобы саған сондай сендік, а сен өз адамыңды өзің атап атсың. Өз адамыңның берекесін алдым деп. Сол бәрі ақша үшін, тоқтасайшы, бәрін кешіреміз, біз кешірімді адамбыз деп. Бірақ енді жақсы, өлердің алдында жақсылық беріп кетсейші. Бұл іші біздің балаларымызға, немерелерімізге, понимаешь? А егер жаңа өзінде... Сосынан сот. Жаңа өзінде. Сот деген, сот. Әй! Шыққан боғыңды нете берсең, қозғай берсең, ол сасы ебереді, сасы ебереді. Мұндай сұрақ, жаңа өзінде сіздің балаларыңызды атып тастаса, сіз кешірер ме едіңіз? Кел, жылар едім, нетер едім, но бірақ көнер едім құдайдың несі шығар деп, ете деген бірдің мәнісі шығар деп. Вот. Оны болмайды. Мен даже удивлена. Вот первый раз, когда они митинг проводили, первый раз неопытно, да, их стреляли, убивали, как говорится, Берекина драку сделали. Но второй раз вот здесь вот несправедливость. Они спокойно пришли, сели и сидели, и только свои требования делали. Вот. А их возбудили от того, что якобы у вас бухгалтерия горит. И они тогда бросились бежать тушить. И на этой Спасибо. Почве их стрелять начали. Потому что им нужно было какое-то оправдание. Это должен суд был разбираться. Извините. Там у нас эти сейчас синие жилеты надо. Где есть? Интервью не давал вам? Нет. Я уже сколько раз спросил. Говорят, что не успевают. Не успевают они, говорят, шить. А есть синие жилетки? Не, я попросил их, они должны где-то прийти к 12. Уберите это женщину. Уберите, пожалуйста. Я вас как организатор прошу, уберите ее. Сейчас народ придет, и все возбудятся, пожалуйста. А вы не знаете? Она случайно, говорит, узнала. Она увидела объявление, что в 10 митинг. Нормально? Понаехали. Понаприлетели, скажи. Ты самолетом, да? Да. Так помогите этому человеку. Я вот же помогал, я же сейчас же помогал. Давайте, помогайте. Так, пока ничего интересного, приостанавливаю.